Павел Павлович Сюткин – артиллерист, полковник в отставке. Последний по дате награждения – ветеран Великой Отечественной, прижизненно удостоенный звания героя. Участвовал в прорыве обороны фашистов в Восточной Пруссии, отличился при взятии города и крепости Пилау. Был дважды представлен к званию Героя Советского Союза, но так и не получил его из-за ошибки в документах. Награда нашла его спустя 63 года. В 1995 году по приглашению родственников переехал в Сочи. Здесь власти позже выделили ему квартиру. Сегодня Павел Сюткин – неизменный участник патриотических мероприятий в постоянной активности и видит свой секрет долголетия. Долголетие – здоровый образ жизни, целеустремленность, всегда физический труд, всегда спорт. Памятные подарки ветерану сегодня вручили представители городской администрации, городского собрания Сочи, Совета ветеранов курорта, молодежных военно-патриотических организаций и многочисленных творческих коллективов.